Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Олег Рожнов посетил Голицынскую школу номер 2. В ходе рабочего визита парламентарий вручил директору учреждения Ольге Яковлевой сертификат на приобретение лабораторного оборудования и мебели для кабинета физики на общую сумму 650 тысяч рублей. Из них 406 250 рублей из депутатского фонда. Реализация этого наказа идет в рамках инициативного бюджетирования 2020 года. Поддержка образовательных учреждение – одна из задач, которую реализует партия «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа».